Уже готова выйти команда КВН. Три буквы. Сборная Башкирского государственного педагогического университета. Давайте им громко-громко поаплодируем. Ну, поехали. Ну что, дебилы, доигрались? Вон нас уже Тимур Шайхутдинов на ковер вызвал. Ну пошли, чё. Добрый вечер, Конгресс-холл! Привет! На сцене команда КВН «Три буквы» — сборная Башкирского государственного педагогического университета имени Мифтахиддина Камалетдиновича Акмуллы. Ну что, ребят, целый месяц готовились к игре. Шутки ночами писали. Кто-нибудь вообще в универе появлялся, нет? Нет. Нет. А почему вы тогда так уверены, что мы до сих пор сборная педагогического университета, а? Ребят, мне кажется, что я бесперспективный. Алёша, ты что такое говоришь? Мы студенты педагогического университета. Вот именно. Мы все бесперспективные. Так, ребят, вы что сделали, а, со мной? Вы нас в команду взяли, чтобы молодежнее казаться? Вы что со мной сделали? У меня он уже пузо начинает появляться, а? Вот! А я говорил, так бывает! Я не сразу такой родился! Ребят, вы что такое говорите? Наш университет самый образцовый университет республики. Все берут с него пример. Вот помните, как в сентябре наш ректор добровольно, так сказать, по собственному желанию, покинул свой пост? Кто бы мог подумать, что уже в октябре его примеру последуют другие уважаемые люди республики, некоторые даже не по собственному желанию. Ну что, ребят, пока лишнего не наговорили, погнали! Давайте представим такую ситуацию. Бог придумывает чайный гриб. Так, коробка с вещами, которые никогда не должны попасть на землю. Утконос. Сиди. Чайный гриб, ух ты, блин. Ну ладно, иди уж, чё. А, наверное, все боялись прихода мамы с родительского собрания. Мам, мне страшно. Ой, ну подумаешь, мать кипятком ошпарилась. С кем не бывает, что ты начинаешь-то сразу? Давайте представим подростков, которые первый раз в жизни решили выпить пивка. Лёша! Лёша, что с тобой? Очнись! Да зачем мы вообще это пиво брали-то? Да кто знал, что он так переволнуется? На кассе еще сознание потерял. Лёша! А сейчас очень популярны автомойки самообслуживания. Итак, давайте представим, депутат заехал на одну из таких моек. И чё? Как это работает? Ну, вы платите деньги за то, что сами моете свою машину. А? И после этого вы говорите, что мы народ грабим? И чё, сколько это стоит? Ну, 150 рублей за 10 минут. Не-не-не, вот это богадельня целиком сколько стоит? Я покупаю. А, наверное, у всех был такой случай в день рождения. Алло, да, бабуль, привет, да, спасибо, да, да, спасибо, 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 бабуль, а, спасибо, 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 бабуль. Бабуль! Бабуль!
Бабуль! А, связь пропала. А, спасибо. 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 Бабуль, я чё звоню-то? С днём рождения! А, спасибо! Спасибо! Небывалый случай. Все деньги, выделенные на дороги, ушли реально на дороги. Да вы чё? Да ладно, да вы чё? Да ладно, да нет, да вы чё? Да... Как будто по шелковому ковру ходишь. Ну что ж, значит, как будто? Это и есть ковер? Да ладно, 3 километра. А если снег или дождь? Так и навес зачем? Навес! Слушай, у меня только один вопрос. А вот куда ковер упирается? А это дача депутатская. А, дача депутатская. Тогда понятно все, да. Дорогие друзья, сегодня уникальная ситуация. В жюри одновременно сидят режиссер театра оперы и балета Ильмар Альмухаметов и художник-карикатурист Камиль Бузыкаев. У нас для вас небольшой стартап. Вы, как режиссер, будете ставить постановки на новый лад, а вы, как художник, делать к ним небольшие афиши. Мы тут накидали пару вариантов, давайте посмотрим на экран. Ну что ж, дорогие друзья, хочется побыстрее поделиться нашими идеями. Внимание на экран. Ну здесь все понятно. Человек дождя. Ну здесь, скорее всего, тоже все ясно. Служебный роман. Маршрутка в Иглино. Билет в один конец. Ну и напоследок, неудержимые. Ну что ж, дальше сами додумайте, если что, прибыль пополам, ладно? Я буду помнить эти танцы под луной. Горят глаза твои, когда со мной танцуешь эти танцы. Ну что ж, дорогие друзья, а что хотелось бы сказать в конце? Мы сегодня точно пройдем финал. Ведь мы заметили, что у нас с членами жюри так много общего. Не верите? Судите сами. Вот Зайнедин, вот у меня ведь тоже, мы с вами очень сильно похожи, у меня тоже бывает такое состояние, когда я не могу даже слов связать. Стою такой. А вы еще на этом и деньги зарабатываете? Вот молодец. Михаил Бугера, а я у себя в классе староста. Ну вы понимаете, да, в чем сходство? Мы оба любим власть. Камиль Бузыкаев, у нас с вами тоже очень много общего. Вот у меня тоже черный пояс. Дань, он карикатурист, а не каратист. Ага. Ильмар Альмухаметов, вот вы режиссер театра оперы и балета. У вас так много общего с нашим Искандером. Поэтому... Ильмар, ну понимаете, да, что у нас общего? Я тоже все просто в педагогическом постановке всякие ставим. Так, Искандер, хватит. Команда КВН 3 буквы. Спасибо. Ничего не говори.